Ребята, всем привет, меня зовут Лика. Сегодня я подготовила очень интересное, на мой взгляд, видео, а самое главное, актуальное. Уже декабрь месяц, и это значит, что совсем скоро наступит самый волшебный и удивительный праздник. Надеюсь, это видео поможет вам определиться с выбором подарка на Новый год. Не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал. И поехали! Ну, конечно же, я не могла пройти магазин Литуаль, ведь здесь продаются всякие мелочи для нас, девочек. Мне понравился вот такой вот набор. Здесь духи, косметичка и, конечно же, очень праздничная и красивая упаковка. Такой набор тоже порадует ваших близких, друзей. В набор входит гель, крем для рук и губка. Ну и, конечно же, очень красивая оригинальная упаковочка. И, кстати, она может пригодиться в дальнейшем для всяких мелочей. А это новинка Литуаль. Желе-скраб с нереально вкусным запахом. И причем каждый из них пахнет так вкусно. Такое ароматное желе точно поднимет настроение в холодные и зимние дни. Хорошо, я так находилась, искала подарки к Новому году. А вы уже приготовили подарки для своих любимых? Я очень люблю выбирать и дарить подарки, ну и, конечно же, их получать. Но на самом деле выбрать подарки — это не так уж и легко. Хочется подарить что-то нужное, красивое, чтобы поднимало настроение. До Нового года еще месяц, а везде уже такая новогодняя атмосфера, и так хочется быстрее Новый год. Сейчас я вам покажу несколько идей подарков на Новый год. Конечно же, сегодня всем подарки я еще не купила, и, конечно же, буду продолжать ходить по магазинам и выбирать подарки. У меня много знакомых, родственников, поэтому подарков нужно очень много. Для первого подарка нам понадобится вот такая вот новогодняя коробка. Дождик. Я выбрала под цвет коробки. В Икее я купила вот такие вот свечи в новогодней упаковке. Как они классно пахнут ванилью. Кладем в новогоднюю коробку. Также я присмотрела вот такие вот замечательные браслеты. Это браслеты для друзей. Один браслетик я оставлю себе, а второй браслетик подарю подруге. А какой красивый бирюзовый цвет! А какой цвет любите вы? Пишите в комментариях. Один браслетик я одеваю себе, а второй браслетик подарю подруге. Мне очень нравится этот браслет. Ищите необычные елочные игрушки. Это ценный подарок, так как каждый Новый год человек будет украшать елку и вспоминать вас. Вы останетесь в памяти надолго. В эту игрушку можно вставлять свои фотографии, фотографии друзей, а также различный декор. Думаю, такая игрушка будет украшением любой елки. И тоже ее кладем в коробочку. Я уверена, что каждая девчонка любит сладенькое. И, конечно же, какой подарок без сладенького? Я решила подарок подсластить новогодней тростью. Новогодний подарок готов! Для
Для следующего подарка нам также понадобится новогодняя коробка. В эту коробку нам также понадобится наполнитель. И пусть это будет вот такой. В эту коробочку я решила положить Bluetooth. Знаю точно, кому предназначен этот подарок. Bluetooth очень нужен, и этот человек обрадуется этому подарку. Свечка – это всегда уют в квартире, поэтому тоже кладем свечку в этот подарок. И в этот подарок я решила положить символ Нового года. Вот такая вот милая пушистая собачка. И еще один подарок к Новому году готов. Надеюсь, мое видео помогло вам с выбором подарка к Новому году. У меня еще много идей подарков на Новый год. Если вам это видео понравилось и вообще нравится такого плана видео, ставьте лайки, чтобы я это знала. И тогда я скоро обязательно сниму еще подобного плана видео. Всем пока-пока, всем хорошего настроения!